Ярославцам ничего не страшно. В Таиланде они чувствуют себя так же комфортно, как эта тайская белка в одном из турагентств Ярославля. Несмотря на неспокойную обстановку в столице Таиланда, жители нашего города продолжают лететь в Бангкок. Путевки никто не сдает, просьб о переносе тура никто не высказывает, уверяют в турфирмах. Уже больше недели в Бангкоке проходят многотысячные антиправительственные выступления, захват федеральных зданий, столкновения с полицией. В столице и прилегающих к ней районах введено чрезвычайное положение. Действует режим повышенных мер безопасности. Агентство по туризму рекомендует россиянам воздержаться от посещения этой азиатской страны, а тем, кто уже находится там, избегать мест массового скопления людей. Мы прилетели, все нормально, без задержек, никаких волнений, никаких ситуаций, как бы если мы ничего не видели. Все собираются на экскурсию. Никто ничего не откладывает. Никто не боится, все как бы, не знаю, все едут. А погода сейчас, я думаю, в районе 30-35, наверное, где-то так. Ну, все замечательно. По крайней мере, мы ничего не наблюдаем. По самому Бангкоку некоторые экскурсии отменяются, но основные экскурсии, они все-таки есть. Это и посещение лежащего, стоящего Будды. Естественно, гиды, присутствующие и проводящие эти экскурсии, рекомендуют туристам не отходить от назначенных маршрутов и не вливаться в некоторые толпы людей. До начала Нового года цены самые низкие, чартеры не отменяются, все идет штатным порядком.